Начинай. Можно? Да, можно. Здравствуйте. Вас приветствует проект Idios on Free. Сегодня мы хотим выступить с официальным заявлением о том, что Idios on Free выступает против наркотиков. Потому что наша волна – это синяя волна. А сейчас я хочу предоставить слово... Володя. Здравствуйте. Корпорация, это команда Idios on Free. Идет на свободе. Мы хотим вам сказать о том, что наркотики это плохо. Это чай. Это пиво, придурок. Итак, эта корпорация, заткнись. Эта корпорация идиоты на свободе. Мы хотим вам сказать о том, что лучше пейте пиво, ягуар и другое пойло, чем употребляйте наркотики. Наркотики это плохо, понятненько. Нет. Итак, наркотики, да, действительно, это плохо, потому что наркотики разрушают ваш мозг, ваши легкие и ваше все остальное. Короче, наркотики... Дело говорит, чувак. Да, я говорю дело. Наркотики – это очень опасная вещь, не трогай мою гитару. Наркотики – это очень опасно, лучше нажрать говно пивом и радуйтесь жизни, чем когда-либо курить. А сейчас вообще на самом деле... Мы хотим говорить не только о легких наркотиках типа гашиш и марихуаны, а некоторые говорят, что такие натуральные продукты, как кокаин, хороши в меру. Я хочу опровергнуть ту тему, ну, на самом деле кокаин это очень плохо, лучше дуйте. Ну, в таком случае не дуйте, лучше бухайте. Хватит отвлекать меня. Все думают, что типа вот я разок попробую и все, и нихуя, короче, они продолжают юзать. Я думаю, нам надо начать акцию против наркоманов, и ты иди сюда. Мы никогда не юзали. Иди сюда, сука. Вот иди сюда, пойдем. Пиво заберу. Мы сейчас будем убивать наркоманов. Вас откроет весь передоз. У него передоз. Идите сюда, Василий. Василий, как вам дело? По-моему, это что-то хуёвое было. Пойдёмте за ним. Пропустите меня вперёд. Чаще. Он опасен. Чаще. Куда ты, брат? Ах ты сука!